Так, друзі, ми повертаємося до нашої корисної ранкової студії. Валевську шоу дивимося у нашому ефірі за розкладом, ви його знаєте. Далі, дивіться, зараз локдаун і посилений, люди залишилися вдома. І що ж робити вдома, як не їсти? Так? У нас сьогодні психолог та дієтолог Ксенія Рен. Доброго ранку. Доброго ранку, Ксенія. Так, ну слухайте, давайте почнемо з того, от серйозно, я коли залишаюся вдома і мені нема чим зайнятися, те, що я роблю, це тільки ходжу в холодильник. Просто і набираю зайву вагу. Так. І якось треба урегулювати це питання. Ну, стосовно того, що ми дійсно заїдаємо, я перейду на більш для мене зручну, так? Мова? Так, так, звичайно. Ми дійсно зараз в період вот этой стресовості, да, локдауна, в період того, що ми сидимо всі вдома, закриті спортивні зали, нет можливості себе как-то організувати. Конечно, дорожка протоптана к холодильнику, к сожалению или к счастью, но это факт. Скажу, что и у диетологов у нас, и у психологов работы сейчас стало очень много. Это не то чтобы огорчает, это очень расстраивает, потому что люди находятся, знаете, кто-то не доедает, а кто-то наоборот переедает. Поэтому вот это такой диссонанс. Слухайте, якщо ми говоримо про переїдання, так, я так розумію, що психологічна якась проблема, тобто людина щось, ну це взагалі, мабуть, як і алкоголь, так, це шкідлива звичка, людина якось компенсує стрес свій. Так? Як це відбувається? Чому саме за допомогою їжі людина намагається якось заїсти стрес? Безусловно, існує така проблема, ми заїдаємо свои эмоции, непережитые эмоции. С точки зрения психологии это может тянуться на самом деле, это, знаете, как все проблемы из детства. Да? Мы все родом из детства, но, как говорится, мы знакомимся с едой на самом первом этапе, когда мама знакомит нас, да, с первой кормежкой, и дальше по первому нашему звонку, по первому нашему плачу нам дают еду. Мне кажется, и многие так во всяком случае утверждают, что это тоже с этим связано. Наша задача как психологов дать понять, что эмоции отдельно, еда – это отдельно. Дальше происходит такой момент, когда кажется, можно посидеть на диете, можно научиться пить воду, можно понимать, как сбалансировать свою тарелку, но не знать, как гармонизировать свои эмоции, которые хочется заесть. Что со мной происходит, когда я заедаю эти эмоции? Какие поднимаются чувства? Почему я это делаю? Поэтому я всегда призываю своих клиентов, своих подопечных, помимо того, чтобы что научиться балансировать свое питание, обращать внимание, когда мы принимаем, ты употребляешь еду, что в этот момент со мной происходит? Я где? Я здесь перед своей роскошной тарелкой, либо я где-то мысленно устраиваюсь на работу, либо увольняюсь с работы. Да? А, ось за яким принципом. Конечно. Тобто ми можемо навіть не розуміти, не усвідомлювати, що ми їмо, так? Ми просто придумаємо про якісь свої проблеми і просто відкриваємо механічно рота і жуємо. Ну так, виходить так, що ми в думках десь там, а їжа ось тут. Добре, а якщо говорити про те, коли людина не доїдає? Це про які емоції ми можемо казати? Про які травми, можливо? Безусловно. Є как бы, дві категорії населення, да, клієнтів, які одні заїдають, вторі, наоборот, стресує, не доїдають. Да? Ну, ми зараз не будемо піднімати тему анорексії, да, тому що все-таки анорексія – це більше про какую-то часть травмы, да, личности, и здесь не диета, здесь конкретно психологическая работа специалиста должна быть. Но тот факт, что мы реагируем по-разному на стресс, это действительно так. Тобто, якщо я правильно зрозумів, це зараз, щоб ви теж правильно це зрозуміли, у нас є стрес, і ми його або заїдаємо, або ні. Проте причина в стресі саме. Совершенно. Мы замираем. Реагируя на стресс, да, как животный инстинкт, мы просто замираем, потому что страх, да, это самая такая, не то чтобы важная, но самая неприятная эмоция для любой личности. При страхе, безусловно, в том числе мы можем замирать и просто не есть.
Ксенія, от в якійсь книжці, я пам'ятаю, читала, що людина, якщо вона багато їсть, так, ну, заїдає стрес, можливо, тут спрацьовує такий механізм, нібито бажання стати більшим – це бажання стати таким ваговішим, так, розширити свій простір. Тут, ну, ви з цим погоджуєтесь? Здесь тоже этот вопрос имеет такую психологическую подоплеку, поскольку стресс каким образом проявляется? Когда мы стрессируем, на место поднимается гормон кортизол, и на проблемные места наших, да, где жир закрывает наши органы, там максимально происходит выработка, увеличение подкожной жировой клетчатки. Это напрямую связано с гипоталамусом. И ушла мысль. З приводу того, що людина ніби заїдає, набирає вагу, підсвідомо вона хоче стати більше, займати, тобто їй не вистачає якогось визнання, так? Вона хоче займати більше місце у житті, ну, в прямому сенсі. Да, это тоже определённая категория людей, которые, тут, знаете, даже незначимость, я бы сказала. Тут больше, ну, и не любовь к себе. Скорее всего, мы прячем. Вот, совершенно благодарю. Вот, искала именно это понятие. Мы ищем эту защиту, и эта защита формируется в виде подкожно-жировой клетчатки. Тобто, якщо так, від страху воно йде. Дуже сумно, що оцим скафандром захисту стає наше тіло, так? Яке дуже да, негарно. Ну, слушайте, подоплюка все равно питання. Тут вот, наскільки це взаємосвязано, чому я працюю именно в этом узкой такой специализации, нельзя на моё субъективное мнение отделить диетологию от психологии. И я думаю, что это такой, знаете, в 21 веке, такой даже лозунг 21 года, я бы сказала, потому что на всех конгрессах специалисты, наши коллеги утверждают, что сейчас, к сожалению, эти две проблемы, эти две задачи, проблемы, они идут рядом, да. Очень актуально. Тоді давайте, якщо ми будемо говорити про дієтологію, чи можна завдяки збалансованому харчуванню підтримувати себе в моральному тонусі, тобто налагодити всі механізми в голові? Чи це спочатку з голови потрібно почати і потім вже рухатися до правильної їжі? Ну так, да, давайте будемо все-таки оптимістами, не будемо песимістами. Дійсно, є категорія совершенно емоційно урівновішених людей. И слава Богу, как показывает моя практика, их большая часть, да? Только не все это потенциальные клиенты психиатров, ну, так, может быть, я такой оптимистичный психолог, ну, по крайней мере, смею так утверждать. Безусловно, насыщенная, сбалансированная тарелка с правильным соотношением белка, жира и углеводов, клетчатки и водного баланса дает колоссальные результаты. И если чувство насыщения в желудке присутствует, то и не хочется зверски вечером нападать на очень далеко, бывает очень поздний ужин. Так, так особливо, якщо голодаєш впродовж дня, так, нічого не їсиш, потім на вечір ти не можеш стриматися, щоб не відкрити. І зазвичай думаєш, ну щось трошечки там, щось таке перекушу, все. І пішла, поїхала. І поїхали. І поїхала. Відро все насипаєш. Так, скажіть, будь ласка, як правильно починати ранок з харчування? От я, наприклад, коли встаю, я завжди запарюю собі вівсянку. Це норм чи треба міняти? Який ти молодець? Стараюсь. Так, ви дійсно молодець, але насправді я би не рекомендувала ежедневно употребляти овсянку. Я би рекомендувала начинати своє утро так. Випивайте 2 стакани теплої води, желательно не залпом, тому що все-таки большое количество жидкості моментально опускається в желудок, розтягує його. І так, якщо робити ежедневно, буде потім більше хотіться кушати все-таки, большую порцию будет хотеться, вот правильно сказать. Поэтому 2 стаканчика, но не залпом, постепенно. Для чего? Для того, чтобы запустить все свои обменные процессы, для того, чтобы разбудить все свои, как говорится, органы. И далее, кто делает физическое упражнение, идеально. Если не делаем, тогда готовим завтрак. Идеальный завтрак, самый идеальный завтрак – это белковый завтрак. Белок плюс овощи. Но также мы можем чередовать овощи, белково-овощной завтрак с
Каша так. І, допустим, сухофрукти. Угу. Вот вам уже два раціони, да, на два дня. Только здесь еще можно добавить фрукты. Угу. И не можно, я рекомендую действительно за завтраком съедать порядка, допустим, спокойно два яблока можно съесть. То бишь, там 120 грамм – это норма. Это и клетчатка, это и глюкоза, это и настроение, это и заполнение, и эндорфины туда же, потому что все-таки сладенькое, да? И кофе я бы рекомендовала, кто пьет кофе по утрам, все-таки его отодвинуть часиков так на 11. И выпить чашечку вкусного, ароматного. Ого, але ж як прокинутися? Якщо за допомогою кави людина прокидається, і без неї ніяк. Ну, вы знаете, кофе на голодный желудок не рекомендую, конечно. Ну, во-первых, поймите, что кофе все-таки, как ни крути, гормон стресса активирует. Мало того, что мы не запускаем организм водой, если мы, к примеру, этого не делаем, а употребляем сразу же кофе, у нас буквально через там, полчаса, 40 минут будет настолько зверский аппетит. Ага. Так, я помічав таке, я робив. Согласна со мною, да? Поэтому лучше заповнити свой завтрак, приучить себя, по крайней мере, любить себя, относиться к себе с уважением и вниманием и понимать, как я говорю, можете взять эту чашечку с водой и даже подумать о чем-то приятном, наполнить ее любовью к себе, поблагодарить себя за то, что настал самый лучший день сегодня, и выпить эту водичку, и уже сонастроить себя на продуктивно. Слухайте, взагалі, якщо ми говоримо про схуднення, так? Не просто про здорове харчування, коли потрібно підтримувати себе у формі, а ще й схуднути трошечки, то під час локдауну, наскільки це можливо, наприклад, якщо людина у більшості вдома зараз перебуває, от такі от, ну, буквально там 5-декілька порад, які можете дати? Ну, это, конечно, безусловно, в первую очередь, коль мы уже затронули вопрос с водичкой, научить себя поить водой. Я в своих индивидуальных консультациях и индивидуальном сопровождении есть такая опция, как ежечасно, как есть в телефоне, в часе, когда напоминание. Но когда идет момент ответственности, когда тебе человек, твой специалист напоминает о воде, тут что-то срабатывает. И поверьте, что за 14 дней, 14-17 дней человек просто привыкает и дальше говорит, мне уже напоминать не нужно. Это о водном балансе. Следующий этап – наполнение тарелки. Рекомендуется, дабы начать процесс этот похудения и растормошить свои обменные процессы, употребление белка за завтраком, либо, как мы сами говорили, углевод, и можно же это все чередовать, миксовать. Следующий у вас перекус может быть в 11, тот же прекрасный ароматный наш кофе с кусочком черного шоколада, либо это может быть... Так, так. Это тот период временной ферментативной системы, то есть организм активен. То есть ранку можно больше, так, а не в вечере. Конечно, и более того, помогайте себе даже эти же эмоции регулировать этим шоколадом, если у вас есть такая потребность в сладком. Да. Ежедневное употребление черного шоколада в 10 граммах переучит вас наедаться на вечер пироженками. И касабельно белка, что в обед мы употребляем 150-120 грамм белка, это тоже даст нам чувство насыщения, даст нам энергию. Сюда же клетчатка, овощи, 150-120 грамм. Даже 120 не будем говорить, потому что все-таки чем больше клетчатки, тем лучше. Сюда входит и зелень, и всевозможные травки, всевозможные овощи. Далее фрукт здесь тоже может быть очень даже. Так что, зрители, можете потихонечку записывать. Вот чередовать, только сейчас скажу, как чередовать, и можете пробовать самостоятельно себе помогать. И следующее, после обеда, где-то часика в 16:30-17, мы снова имеем возможность себя покормить, потому что, когда человек переходит на этап похудения, самопохудения, вот эта вот навязчивая идея себя покормить, она, к сожалению, присутствует. Нужно дать понять себе, что ты не голодный, с тобой все в порядке, я рядом, ты кормишься,
питаешься, ты питаешься, и где-то приблизительно дней 12, и уже второй перекус будет даже не хотеться кушать. На второй перекус это могут быть орешки до 10 штук, это может быть печеное яблоко, и это может быть стакан кефира, если есть переносимость лактозная. И ужин, легкий ужин, когда уже ферментативная система и активность организма снижена. Нужно понимать, что с 15:00 этот экватор обменных процессов он понижается. Просто для себя понять, что если мне хочется все-таки чего-то съесть, такого, такая ситуация. От що з'їсти можна? Таке, щоб не нашкодити фігурі. Ви маєте в виду на ужин? Так, так. На ужин, щоб так. Воно не було шкідливим. Це може бути легкий білок. Ага. Это може... Знову білок. Да, легкий білок, к примеру. Катя, білок – це наша сім'я. Наше все. Так. Совершенно верно. Легкий білок – це може бути риба. Это може бути білий сир м'який. Так. Опять же, миска салата самого вкусного, прекрасного. Это может быть салат греческий. Салату, тобто ми можемо таку велику миску собі накрити. Пожалуйста, да? Пожалуйста. У нас є 3-4 часа перед сном, он легко переварится, усвоится, и на утро ви увидите мінус на весах. Ой-ой-ой. Слухайте, а ще після цього найкраще, от поїли, зробили собі таку велику миску салату, так з'їли щось білкове, і потім пішли гуляти ще перед сном, яка у вас, якщо у вас є така можливість, і це взагалі буде після. Ми вам дякуємо, Ксенія. Ксенія Рен, дієтолог, психолог, була у нас сьогодні, розповіла, як влаштувати свій раціон, особливо під час локдауну, щоб не набрати зайву вагу. Так, ми знаємо, що локдаун, знаємо, що не дуже весело, і взагалі невідомо, що воно буде далі, тому ви нас зараз дивитесь, щоб хоч щось дізнатися, і правильно робите. Підписуйтесь, правда, тут, лайв, ютуб. І, до речі, якщо у вас є зайва 1000 гривень, сходіть краще в магазин, купіть щось смачненьке поїсти, не їдьте на таксі і не забудьте поставити дзвіночок.